Друзья, всем привет! Время час ночи, а мне захотелось сырничков. Прям жуть как захотелось. И я решила сделать сырнички и показать вам рецепт. Так, ребятки, вот давайте я самый маленький покажу. Вытаскиваются они очень легко. Видите, здесь тоже снизу подрумянился. В общей сложности у меня ушло 23 минуты на приготовление. И вот смотрите, какой получился сырничек. Они такие воздушные, мягкие, они очень хорошо пропеченные. Вот. Он очень вкусный. Он такой нежный. Вы даже представить себе не можете. Обязательно попробуйте, и вы никогда больше не будете жарить сырники на сковородке, поверьте мне. Ну а сейчас я расскажу, что мы делаем. Сначала смешиваем творог, сахар, яйца и ванилин. Потом добавляем растопленное масло, можно размягченное, манку, разрыхлитель и сметану. Еще раз хорошенько все перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться жидким, поэтому не добавляйте ничего лишнего в него. Разливаем по формам. У меня силиконовые, я ничем не смазываю. Вы смотрите на свои. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 20-30 минут. Опять же, все зависит от вашей духовки. Ну вот, ребят, смотрите, из этих двух порций, что я намесила, у меня получилось 20 штук формочек. Вот. В каждую такую формочку у меня поместилось по 3 столовые ложки. У меня обычные столовые ложки, совдеповские, нормальная ложка такая 30-граммовая. Вот. Ну вот, считайте, 20 на 3, 600 грамм получилось, да, общая масса теста. Ну и поехали в духовочку. Духовка у меня уже разогрелась. Все, сейчас отправляю в духовку. На 20-30 минут. Смотрите по своей духовке. Так, ставлю на серединку. Ставлю на серединку. Видите, ровно. Вот, две снизу, две сверху. Ровно серединка. Ставлю время сначала на 20 минут поставлю. Потом посмотрим. Все, температура у меня здесь 175. Я поставила. Даже нет, 180, да. Все, температура у меня 180, 20 минут. Ну все, вот они. А пока они будут печься, я сделаю тесто на кексы. Я купила новую форму. В распаковочке посмотрите. Ссылку оставлю. И вот, чтобы испытать эту новую формочку, сейчас сделаю тесто на кексики. Но их вы увидите уже в следующем видео. Вот, видите, ребятки, как они поднимаются. Можно, конечно, налить до полна, но я хотела заполнить все формочки, чтобы у меня было много. Поэтому я налила немножко меньше. Но если 4 ложки столовой ложить, как раз получится полные формочки. Они как раз подымутся и будут такие высокие, пушистые. Ну а сейчас я вам расскажу, что нам потребуется для изготовления этих шикарных сырничков. Нам нужен будет творог 200 грамм любой жирности абсолютно, 3 столовые ложки сахара, 5 столовых ложек сметаны, 3 столовые ложки манки, 2 куриных яйца, масло сливочное 2 столовые ложки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванилина, если он 2-граммовый. У меня был ванильный сахар, поэтому я насыпала полностью весь пакет. Вы смотрите по своему вкусу. Ну вот, ребятки, наши сырнички готовы. Давайте посмотрим, что получилось. Так, ребятки, вот давайте я самый маленький покажу. Вытаскиваются они очень легко. Видите, здесь тоже снизу подрумянился. В общей сложности у меня ушло 23 минуты на приготовление. И вот смотрите, какой получился сырничек. Они такие воздушные, мягкие, они очень хорошо пропеченные. Вот. Он очень вкусный. Он такой нежный. Вы даже представить себе не можете. Обязательно попробуйте, и вы никогда больше не будете жарить сырники на сковородке, поверьте мне. Ну все, пошла пить чай. Подавать такие сырнички можно с любым вареньем, со сметанкой, можно просто посыпать сахарной пудрой. Все на ваше усмотрение, по вашему вкусу. Попробуйте обязательно. И самое главное преимущество, что не нужно стоять у плиты и жарить их в масле. А вот у меня новая формочка. Для кексов сейчас я ее сбрызну маслом. У меня вот такая брызгалка есть специальная. Вот. И буду печь кексы. Но их вы увидите в следующем видео. Ну все, на этом заканчиваю. Всем спасибо. Всем пока.